Заработало, нет, не знаю. Работает. Есть ли Wi-Fi вообще здесь? Так, смотрю, подсоединяются люди. Куда? В Нижневартовск. Отвечаю. Привет, привет. Привет. Вы тоже очень неплохи. Повторяю, в Нижневартовск. Работает еще, как работает. Привет из метро. Смотрю, в метро тоже неплохо все работает. Липецк. Давно я, кстати, сюда не заходил. Вот вы живы, здоровы? Вообще, как у вас тут все происходит? Я могу сказать за себя, ну, мы такие. У нас выходные иногда по 2 часа бывают, по 3. Иногда случается. Сейчас не могу понять. А, связь появилась. Вот. Так что не то, чтобы перископ мне сейчас такой, знаете, там, крик души, но пожаловаться могу. Немного устали, но впереди еще очень много разного интересного. Нужно массу всего сделать. Так, да никто не грустит. Я просто на экономии сил. Как полетело, аж очень сложно даже уследить как-то. Привет из Еревана, тоже привет. В твоей голове. Да, ждем сольник. Я его тоже жду. Мы работаем над этим каждый буквально день. Так или иначе. Вот, процесс идет. Так, побриться, спасибо. Звука нет. Почему? Скажите, кстати, меня слышно или нет? Так, кто-нибудь ответит? Слышно. Где звук? Кто-то пишет. Ну, не знаю, это, видимо, у вас там что-то, какие-то моменты со связью. Привет из Казани. Казани, привет тоже. Был недавно у вас. Очень здорово все-таки периодически заглядывать и делать такую перекличку с вами. Кто жив-здоров? Ты кушать хочешь? Нет, спасибо, но у меня тут есть кое-какие явства. Да, очень хорошо слышно. Привет из Черногории. Привет. Как тебе? Не успел прочитать дальше. Перегруз. Привет из Нальчика. Привет. Ну, что вам так еще в качестве, знаете, блиц диалога. Так, привет. Да нет, я тут супчиком сегодня решил как-то себя поддержать. Телефон у меня неплохой, нормальный, последний, 7-й. Так, мульт супер. Кстати, да, сегодня уже многие смогли посмотреть мульт. Ну, он достаточно, знаете, интересный, достаточно такой. Ну, яркий, одним словом. В этом отрезке времени очень хорошо идет. Очень так, кстати, к столу. Абсолютно. Люди выходят, там некоторые пишут, звонят. Нравится очень. Я с ними солидарен. Так. С чем суп? Вопрос очень личный. Так, привет из Нижнего Новгорода. Цветан 100% вы. Ну, не знаю. На самом деле мы все разные абсолютно бываем. И в определенный момент, может быть, жизни похожи на Цветана в том числе. Посмотрите мульт, поймете, о чем идет речь. Так, подсела на твою песню в твоей голове. Это замечательно. Мы, как угодно, мы старались. Спой что-нибудь. Ребята, ну давайте мы будем по возможности это делать в местах специально отведенных, потому что здесь неправильно поймут. Я в аэропорту. Так. Город Павлово, помните? Ну, да. Вообще-то. Приезжай. Сделал татуировку. Да говорили мы с вами на эти темы. Они такие, знаете, настольные. Вот. Или, скажем,
прикроватные мысли. Возникает иногда желание сделать что-то на руке, и даже есть определенные кальки, которые как бы, ну, референсы. Вот. Но я думаю, что, наверное, никогда не решусь сделать себе татуировку, потому что как-то хочется быть чистым. Ну, в смысле, как бы природным, сделанным, так сказать, природой. Читаю так. Угу. Нижний Новгород, ты правильно. Привет из Тулы. Город Брянск, привет. Так, в Самару. Привет из Казани, дядя. Ставрополь ждет. Так, ну и правильно. Тату это зло. Нет, я ни в коем случае не осуждаю. У меня очень много, на самом деле, там, друзей, знакомых, приятелей и подруг даже, в татуировке которых я даже влюблялся. Вот. И да, именно благодаря им эти мысли мне и появлялись. Тепло одеваться, да, закинул я шарфы, куртки, все готово. Когда восстану? Мне бы вырваться домой, заехать на какие-нибудь там несколько дней и пожить там. Вот. Но я очень хочу тоже приехать туда, потому что почему-то давно я не был в Казахстане. Ну, относительно давно. Так, что тут у нас? Как настроение, да, угу. Все хорошо, все замечательно. С наступающим понедельником. Кольцо на левой руке. Ну, все, в принципе, так, не просто так. Одно кольцо очень важное, дорогое сердцу, а второе его держит, чтобы оно не слетело. Так, ну, скажем, пусть будет такая метафора, не метафора, а пусть будет такая легенда. Крутая кепка. Нальчик ждет. Пенза тоже. Так. Такой жирный. Да. Я сейчас буду в скором времени уже собираться. Вот, сегодня день был такой очень насыщенный. Внимание, пассажиры, вылетающие рейсом 14-16 Екатеринбург. Вас приглашают на предполетный досмотр для выхода на посадку. Желаем вам приятного полета. Так, ну ладно, я буду собираться. Давайте, все, перископ работает, значит, возможно, буду его включать периодически. Все, удачи, до скорого, пока, удачи, пока.